Привет всем! Сегодня я покажу, как сделать обалденное тесто для карася, для ловли карася, плотвы, ну и всех видов карповых. На самом деле простой рецепт, но многие не додумываются до этого. Берем самую дешевую овсянку, то есть крупная. Вот. Обычно с такой крупной сложно что-то приготовить. Но для этого мы берем весь секрет в кофемолке. Вот она. Засыпаем туда. Также добавляем две гвоздички для аромата. Можно добавить даже чесночок. Но я добавляю гвоздику и сахар. Ну, ванильный, естественно, сахар. Для ароматизации. Взбиваем. Буквально секунд 20. Ну, какой аромат, вы даже не представляете, какой аромат идет. Великолепно. Вот что получилось. Приятный запах. Что-то типа мучицы. Обязательно согреваем чайник, доводим до кипячения и добавляем. Но главное не переборщить. Лучше по чуть-чуть подливать, смотреть, чтобы загустело. Вот, размешиваем. Ну вот, получилось тесто. Хорошее, упругое, с крючка не слетит. Вот. Я думаю, это один из лучших рецептов, который я знаю. По крайней мере, всегда берет на такое. Рыба всегда берет, даже в висклевье практически. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.